Здравствуйте, сегодня я буду делать кольцо. В работе мне понадобится шуруповерт, ножницы, клеевой пистолет, малярный скотч и вот такая заготовочка вместо молда. Вот это вот все мне понадобилось, чтобы сделать вот такую форму. Также мне понадобится глянцевые краски акриловые, черный цвет, наждачная бумага, серебро, серебряная поталь. Полироль. Такие вот две губочки. И, конечно же, эпоксидная смола. Отвердитель. Сейчас я приступаю к работе. Так, сейчас я поставила клеевый пистолет, включила его, чтобы он у нас разогрелся. Так, вот здесь вот тщательно вот так вот все прижимаем. Хочу еще пройтись клеем, проклеить, чтобы уже все точно было надежно. Сейчас я ставлю второй круг. Аккуратненько проходимся клеем, чтобы не сдвинуть. Тут нам ничего. Вот такую заготовочку я приготовила. Сейчас клей пока остывает, я буду разводить смолу. Смолу разводим согласно инструкции. Так, перелью сюда, иначе мне будет неудобно размешивать. Сейчас я буду добавлять черную акриловую краску. Вот такую вот. Вот такой металлик. Я добавлю немного сюда серебра. Так, и сейчас я сюда выливаю. И оставляю до полного застывания смолы. Прошло 12 часов. Первый слой застыл смолы. Так, теперь мне надо достать оттуда. Ничего страшного, что у меня здесь осталась лента. Я сейчас это все отшлифую и уберу.
смолу тщательно размешиваю и добавляю серебряную поталь. Все оставляю на часа 3-4. Так, черную я туда вот поместила. Сейчас разведу смолу согласно инструкции. Добавлю серебряную поталь и залью третий слой. Здесь уже деревяшки не пригодятся. И оставляю на 24 часа. Сейчас я грайвером лишнее все сошлифую. Сейчас я буду шлифовать наждачной бумагой. Шлифовать я буду наждачной бумагой от 400 до 5000. 400, 600, 800, 1000, 1,5, 3 и 5 зернистости. Шестисотая. Восемьсот. Тысяча. Полторы. Три тысячи. Пять тысяч. Это большое, конечно, не мой размер. Полировать я буду вот такой вот пастой и на двух кругах. Показать не знаю.